Всем привет-привет! Вы на канале Интернет и Деньги. У нас сегодня 12 апреля. И как раз сегодня 18 часов по Москве. То есть только что был старт одного интересного высокодоходного проекта, в который я решил зайти. Называется данный проект Ascorp Group. Предлагает он нам 10-15% в сутки от вклада. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Так, о вкладах. Минимальный вклад 100 рублей, максимальный 100 тысяч рублей. В сутки, как я сказал, процентная ставка от 10 до 15 рублей. Защита вкладов. Рефералка, кстати, здесь в размере 10%. Участников у нас 356. Как видим, пополнений пока что нет. Да, что касается пополнений. Пополнения и выплаты у нас здесь ручные. То есть... Даже при том, когда вы будете пополнять баланс, то вам это все дело придет на баланс не сразу. А по регламенту сайта, как написано, все это осуществляется в течение часа. Или по определенным техническим причинам может осуществляться до 24 часов. Но это не страшно. Инстант, конечно, лучше, но, как говорится... Главное, чтобы денежка приходила. Так, ладно, давайте зайдем в кабинет, посмотрим, как выглядит у нас кабинет, чтобы не затягивать ролик. Так, вот так у нас, ребят, выглядит кабинет. Вкладочки у нас «Делать вклад», «Мои вклады», «Вывод средств», «Рефералы», «Сообщения» и «Настройки профиля». В настройках профиля, в принципе, там, как обычно бывает в таких проектах, прописывать платежные данные, но там ничего такого нет. Там вы просто можете прописать ваш пароль. Есть вкладочка «Сообщения». Вот у меня сегодня пришло два сообщения от администратора. Напоминание, что вклады и выплаты ручные. И что в разделе «Рефералы» появился рекламный баннер. Давайте, кстати, перейдем. Вот такой вот у нас появился красивый баннер, с помощью которого мы можем рекламировать данный проект, и наша реферальная ссылочка. Так, ладно, давайте пополним баланс. Так, вот тут вводим сумму, я буду сюда инвестировать 300 рублей. Выбираем платежную систему, это у нас Spire, Advanced Cash, Kiwi, Perfect Money и Яндекс. Я, конечно, буду инвестировать Spire. И нажимаю кнопочку «Оплатить». Так, вам необходимо перевести 300 рублей на счет ТТТ, примечание к платежу. Укажите ваш логин Интернет-деньги, после платы укажите ваш номер счета, с которого вы совершили платеж, в форме ниже и нажмите кнопку подтверждения платежа. Так, ладно, ребят, давайте я сейчас поставлю на паузу, со всем этим разберусь и продолжу ролик. Так, ребят, я, в общем, наконец-то все понял, как здесь все делается. Поскольку выплаты ручные, нам надо с нашего Payeer кошелька перевести денежку на другой Payeer кошелек и в примечании указать ваш логин в данном проекте. А вот тут вам надо ввести уже номер вашего кошелька, с которого вы будете идти. То есть, с которого вы будете переводить денежку, и нажмакнуть «Я совершил платеж». Ладно, давайте переведем. Так, где у нас? Давненько я уже не переводил. Так, так, так. Сумма рубли. Так, 300 рублей, как я сказал, платежная система, номер счета. Так, так, так. Надо нам перевести на вот этот. Копируем его и вставляем вот тут. Так, 950-31-31, смотрим. Так, все правильно. И в примечании надо указать свой логин. Так, примечание — это у нас комментарий будет. Так, точку уберу. Так, вот, все правильно. С учетом комиссии 297. Ну ладно, пускай будет. Так, так, все сделали. И нажимаем перевод. Так, перевод успешно выполнен. Идем в историю. Смотрим, минус 300 рублей. Так, комментарии, интернет и деньги. И вот номер кошелька закачивается на 331. Так, все, дальше.
Вот тут нам надо вставить, собственно, наш Pair кошелек. Так, вот, так. Теперь копируем свой Pair кошелек и вставляем вот сюда. Так, смотрим, все правильно. Так, все правильно. И нажимаю «Я совершил платеж». Ваша заявка отправлена администратором на проверку. Теперь, ребят, в течение часа денежка мне должна прийти на баланс, и потом я смогу сделать вклад. Давайте, пока денежка придет, я ждать, в принципе, не буду, а покажу, что делать дальше, когда она придет. Проверять вы можете это в кабинете. Давайте. Так, перейдем сейчас в кабинет. Я вам покажу. Так, только не зависай. Так, вот, ребят, мы пришли в кабинет. Вот у нас баланс, как видим, 0. Последнее пополнение, нет пополнений, нет выплат. Вклады у нас в течение часа, как я сказал, должны прийти. И как только мой вклад придет, сразу надо зайти вот сюда, вкладочку «Мои вклады». Так, то есть, извиняюсь, сделать вклад. Сделать вклад. Вот тут выбираем тарифный план. Я буду выбирать вот этот, потому что моя сумма инвестиций только подходит для этого. Это у нас 150%. Сумма вклада от 100 рублей до 5000 под 15% в день, сроком на 10 дней. Я считаю, что это самый актуальный тарифный план, потому что он самый короткий, а с такими высокими процентами более безопасно заходить на тарифные планы с коротким сроком работы. Но все-таки давайте посмотрим, какие у нас есть еще. Это премиум плюс 200%, сумма вклада от 5000 одного до 10 тысяч рублей по 10% в день сроком на 20 дней. И тарифный план VIP плюс 300%, сумма вклада от 10 тысяч одного до 100 тысяч рублей по 10% в день сроком на 30 дней. В общем, выбираете далее тарифный план, тут вводите сумму и нажимаете «Открыть депозит». За депозитом можете следить вот здесь в «Мои вклады». Вот, как видите, у меня здесь ничего нет, но как только сделаю вклад, все это дело будет отображаться. Ну что, ребят, давайте еще раз зайдем в кабинет, посмотрим, вот так зайдет или нет. Так, вот, да, есть у нас заявочка на рассмотрение 300 рублей. Как я сказал, я ждать не буду, но как только денежка мне поступит на баланс, я сделаю вклад. И когда будут уже по вкладу у меня идти начисления, я запишу ролик, как буду выводить отсюда средства, чтобы показать, что данный проект платит. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале «Интернет и деньги». Не забывайте, что это хайп, что здесь присутствуют риски, поэтому инвестируйте всегда только свободными деньгами. Всем пока-пока. Ребят, только хотел монтировать ролик, уже хотел выходить с проекта, но заметил, что моя заявка уже выполнена. И это было буквально в течение где-то 5 минут. То есть все это дело делается довольно-таки быстро. Вот смотрим, моя заявка выполнена. Давайте зайду в свой личный кабинет. И там уже будет показано, что у меня есть пополнение на 300 рублей. Вот, последнее пополнение 300 рублей на Pair. Ну что ж, теперь давайте все-таки сделаем вклад. Так, постоянно нажимаю не на ту кнопку. Так, я выбираю тарифный старт-плат. Вот, сумма у меня уже прописана, потому что у меня такая сумма у меня на балансе. И я нажимаю «Открыть депозит». Так, теперь идем в «Мои вклады» и посмотрим. Так, вот, да, есть у нас уже наш вклад. 150% на 300 рублей под 15% в день. То есть я буду зарабатывать по 45 рублей в день. Вот так вот, ребят. Ладно, все, на этот раз я уже точно прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Как видим, сумма нам на баланс пришла и быстро. Ну что ж, теперь ждем второй ролик о выплате с данного проекта.